В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. Как минимум 50 человек погибли. Всего на борту находились 67 пассажиров, в том числе двое детей и 4 члена экипажа. Катастрофа произошла недалеко от международного аэропорта Катманду. При заходе на посадку лайнер авиакомпании US Bangla Airlines из Бангладеш, выполнявший рейс из Дакки, сошел со взлетно-посадочной полосы. Самолет выехал на расположенное рядом футбольное поле, после чего загорелся. Сейчас на месте крушения работают пожарные и спасатели, а также представители вооруженных сил Непала. В связи с ЧП все вылеты и прилеты в аэропорт приостановлены. Причины произошедшего выясняются. По предварительной версии, у авиалайнера могли быть технические неполадки.